Девушки попросили меня быть модератором сегодняшней беседы, и я по ходу буду предоставлять слово участникам, которые основные участники, я всего лишь ведущий. И я лишь скажу пару слов в начале, может быть, потом, когда появятся конкретные какие-то сюжеты и темы, я тоже подключусь к обсуждению. Пока же я смотрю на зал, смотрю, как много сегодня людей, и вспоминаю, что некоторое время назад я участвовал в таком же мероприятии, посвященном свободе, и было в 3 раза меньше человек. Это говорит об актуальности темы. И явно, что сегодня у нас здесь и сейчас ненависть явно важнее свободы. Но когда мы говорим о ненависти, то первое, что приходит на ум, мне лично приходит на ум, что мы ее часто всегда с чем-то путаем. То мы ее можем спутать с гневом, можем спутать с агрессией и с разными формами насилия, которые происходят в обществе социального. А сама ненависть, она, чем она произведена? Для меня это на самом деле большая загадка. И я бы сказал, что ненависть очень странный аффект, я бы даже не назвал это ни эмоцией, ни чувством. Это аффект, который не входит, кстати, в число смертных грехов. То есть ненавидеть не просто можно, но и должно. И я напомню вам, что есть знаменитый христианский принцип, что ненавидеть надо грех, но любить грешника. И вот это соединение ненависти как негативного аффекта, как дурного аффекта, говоря словами Спинозы, и соединение ненависти с любовью, идущее, в общем-то, от христианства, эти вещи на самом деле соединены в нашей культуре, но их соединение произошло, мне кажется, вместе с христианством, что любовь и ненависть соединяются, и христианство развивает эти темы, их христианство легализует в каком-то смысле ненависть к греху, то есть не к человеку, а как определенную абстракцию, если так угодно. То есть мы не можем не ненавидеть, согласно нашей культуре. Для меня это большой вопрос. Для меня это большой вопрос, можем ли мы не ненавидеть, или ненависть включена в нас. Может быть, ненависть есть не то, что существует в нас, но то, что вызвано исключительно тем отношением к объектам, которые установили те или иные социальные отношения, связи, то есть ненависть – нечто производное от власти и ее способа манипулирования. Все эти вопросы пока что достаточно эфемерны, туманны, и я бы хотел, чтобы каждый из участников высказался в течение какого-то времени, так чтобы дать другим возможность высказаться. И, может быть, мы с разных сторон проясним, со стороны психологии, со стороны кинематографа, современного искусства, разные стороны проявления ненависти сегодня. Итак, я хочу предоставить слово прежде всего психологу и даме Светлане. Ваши 15-20 минут. Спасибо. Ну, действительно, феномен ненависти крайне важен, интересен, и он входит в программу бытия человека. Но, тем не менее, нужно все-таки постараться развести некоторые понятия. Вот было сказано Олегом по поводу агрессии, злости, ненависти, что это не синонимы. И да, это так. Что касается агрессии, это такой субчеловеческий феномен, то есть он присущ не только человеку. Животные испытывают агрессию, люди. Но что касается ненависти, это именно человеческий феномен. Дело в том, что
животные, высшие животные не испытывают ненависти. Это прерогатива человека. И это кажется удивительным. Зачем? Для чего? Что это такое? Какой смысл в этом переживании, в этом, ну вот как Олег называет, аффекте? Но тем не менее все-таки это чувство. Даже чувство состояния, я бы так сказала. Дело в том, что ненависть — это, ну, вот тот самый человеческий феномен, который не испытывать невозможно. То есть нам всем присуще это переживание. Это некое неприятие, это некое отторжение, это чувство враждебности, невозможность акцептировать то, что нам кажется несоответствующим нашим ценностям, нашим принципам. Но если мы, что называется, не можем не испытывать ненависти, то значит ли это, что мы в обязательном порядке должны ее отреагировать, должны ее выплеснуть? Очень часто в психологии есть такое понятие «отреагировать негативные эмоции». И если такое вот тоже впечатление, что если эти эмоции не отреагировать, то это чревато какими-то серьезными последствиями для человека. Но вот не совсем так. Мы не можем не испытывать ненависти, но мы можем что-то с этим делать, вот с этим переживанием. Вот между стимулом и реакцией есть люфт, есть некое пространство. Если там в животном мире, мы будем говорить сейчас вот об агрессии, там есть волк и гусь. Волк нападает на гуся, гусь убегает. Если волк нападает на тигра, то ему нужно убегать. В этом смысле действуют некие инстинктивные побуждения. Но у человека не так. У человека помимо инстинктов есть еще и некая другая способность занять позицию, каким-то образом распорядиться с тем чувством, которое он испытывает. Не в обязательном порядке нам необходимо это отреагировать, и с нами ничего не произойдет, если мы должным образом, осмысленным образом распорядимся с тем или иным негативным переживанием. У нас есть пространство для принятия решения. И здесь тоже есть несколько путей. Там психология рассматривает несколько способов обращения вот с этим переживанием. Но прежде чем я их там перечислю, хотела бы сказать еще о такой вещи, что вот именно человек и только человек должен и может занимать эту позицию, не объяснять все какими-то предыдущими влияниями, причинностями. Вот такой детерминистский путь, он для человека не обязателен. У человека есть целевой детерминизм, то есть есть некое основание поступить тем или иным образом, в том числе с этими негативными переживаниями. Потому что если бы это было не так, если бы мы жили по принципу око за око, зуб за зуб, то войны бы никогда не прекращались. Кто-то должен разомкнуть эту цепь. Вот Франкл, как раз Виктор Франкл, основатель логотерапии, психологии, ориентированной на смысл, вот он говорил о том, что кто-то должен оборвать эту цепочку, цепочку ненависти, цепочку неприятия. И сам, будучи узником нацистских концлагерей, впоследствии прятал у себя эсэсовца, дал ему работу. Он был тот, который сказал, у него сердце не эсэсовское. То есть если мы будем смотреть на человека чуть больше, чуть шире, а не только как носителя какого-то чуждого для нас мировоззрения или какого-то обстоятельства, которое неприемлемо в контексте наших ценностей, а будем видеть все-таки сутевое, видеть в человеке человека, видеть то, кем он может и должен стать, даже несмотря на то, кем он сейчас является, у него всегда есть шанс быть еще кем-то, быть лучше, чем он есть на самом деле, как бы это идеально ни выглядело. Но мы только таким образом можем развиваться. И если мы говорим о неком противостоянии, противодействии вот этому переживанию ненависти, разумным образом, осмысленным образом распорядиться этим переживанием, у нас действительно есть три пути. Мы можем, что называется, вот око за око, да? Нам никто не запрещает, мы свободные люди, мы можем делать все, что угодно. А весь вопрос, какой в этом смысл, в том или ином пути, который мы выбираем. Так что мы можем, что называется, наказать нашего обидчика. Да, такой путь у нас есть, безусловно. Второй путь – это наказать невиновного, потому что мы не можем напрямую наказать обидчика, ну, по каким-то причинам. А третий путь – это там, вот этот второй путь, он как раз такой путь агрессии, путь крысиный, потому что мы наказываем невиновного. А третий путь – это, что называется, применить аутоагрессию в отношении самого себя. И вот там, с точки зрения психологии, там, допустим, алкоголизация, причинение себе каких-то повреждений, вот это и есть… Тот самый путь аутоагрессии, когда мы недолжным образом распоряжаемся вот этим переживанием ненависти. И, наконец, есть четвертый путь, чисто человеческий, путь надежды. Когда, несмотря на то, что мы получаем какой-то удар судьбы, когда мы получаем какое-то, ну вот то, что нам трудно пережить в позитивном плане, то, что нас вынуждает испытывать эти негативные эмоции,
мы все-таки помним о том, что мы люди, и что у нас есть свобода выбрать. Свобода выбрать поступить не так, как диктует нам, возможно, природа, как диктуют нам инстинкты. Там, ударь, отомсти, убеги, как это делает там, природа, как это делает животный мир. У нас есть возможность занять позицию и поступить как-то иначе. И там, литература, философия предполагает эти пути. Это путь надежды, когда действительно вот на ком-то эта цепь ненависти должна оборваться. Почему бы не на мне? Пусть я буду первой, кто остановит вот эту вот, вот эту идею, что называется перенесение зла от себя к другому. И Франкл, вот опять про него вспомню в своей пьесе «Синхронизация в Беркенвальде», сейчас на этом своем короткое выступление закончу, приводит пример в этой пьесе об одном из узников, который говорит другому своему товарищу: вот ты знаешь эту притчу же, конечно, про там, Каина, убийца Авеля? Да, конечно, ты же знаешь, что Господь наложил печать на лоб на Каина? Для чего, как ты думаешь? Ну как, отвечает другой, ну чтобы вот все это видели, чтобы его там гнали из дому, чтобы наказывали его, потому что он убийца. Нет ему места среди людей? Нет, говорит первый узник. Он это сделал для того, чтобы люди видели, что он уже наказан Господом, чтобы они не гнали, чтобы они его накормили, напоили, приютили. Ведь он человек. Не надо брать на себя в этом смысле вот эти функции Господа. Ты можешь поступить по-другому. Ты можешь поступить, если увидишь в нем человека, если увидишь еще кого-то в нем, а не только убийцу. Иначе бы войны никогда не прекращались, если бы было по-другому. Цепь зла никогда бы не размыкалась. Вот на этом бы я коротко пока закончила. Спасибо, спасибо, Светлана. Есть что обсудить. Здесь появилось слово «надежда», и у меня, может быть, потом будет сказать по этому поводу кое-что. Но сейчас я хотел бы обратиться к кинорежиссеру Юрию Быкову, чьи фильмы вам наверняка хорошо известны. «Майор и дурак» — это как раз те фильмы, которые провоцируют чувство ненависти к социальной группе «государственные служащие». То есть понятно, что этот закон был принят после того, как вы сняли эти фильмы. К вам не приходили еще, Юрий? Ко мне? Да, к вам. Я живу не по прописке. У меня регистрация в Рязанской области, а здесь я. А там другие государства. Слушай, если меня поймают в метро, меня отправят. Там сейчас закон до сих пор это есть, по-моему, да? Да, да. Вы не расскажете, как ненависть стала предметом, ну, не прямо, может быть, ненависть, но вот как социальные проблемы. Вот Светлана только что говорила о ненависти как таком чувстве, которое присуще людям. Но мне кажется, из ваших фильмов следует, что ненависть — социально обусловленное чувство. Ну, может быть, даже классовое. Я хотел только что об этом сказать, вы с языка сняли. Нет, на самом деле я могу сказать только за себя, что для меня ненависть — это предмет изучения, это фактура, да, с которой я работаю. И так сложилось, к сожалению или к счастью, да, ну, я не знаю, вспоминая достаточно известную строчку «Есть упоение в бою и бездна мрачная на краю», собственно, ненависть для меня — это предмет изучения и предмет, ну, даже если хотите, эстетического наслаждения в какой-то момент. Но это лично для меня, как для художника, если вообще можно назвать художником человека, который такими вещами увлекается. А что касается сюжета, ну, там все достаточно просто. Ты сталкиваешь те, я даже не думаю, что это социальная группа, я думаю, что те мировоззрения, которые должны столкнуться так или иначе, должны создать вот это напряжение и выбить вот эту искру неизбежно. Потому что существует, вот тут прозвучало слово «детерминизм», вот мне кажется, существуют такие детерминистические, очень прочные логические какие-то следствия тех или иных причин, и наоборот, которые в итоге приводят к этому столкновению. И вот, наблюдая за этим столкновением, ну, если это можно назвать ненавистью, я думаю, что это не ненависть, скорее, ненависть все-таки длительное чувство. Если уж мы, вот, тут вот действительно правильно было сказано, разделяем, да, то агрессия — это
по принципу «бей-беги», насколько я понимаю, в природе в животных так устроено. Это реакция абсолютно естественная, да, на некое негативное событие, которое на тебя воздействует. Есть злоба, которая длится чуть дольше, но по большому счету обуславливается непониманием, как сказать, твоего оппонента, его, как сказать, причин и так далее. А есть состояние, когда ты понимаешь, почему человек так делает, ты понимаешь его основания, иногда даже понимаешь, что они логичны, но к тебе впрямую это не имеет отношения, он тебе мешает, он тебе противостоит, и ты в любом случае достаточно ясно осознавая, что у него есть причины действовать так или иначе, все равно продолжаешь его, вот то самое слово, ненавидеть. И вот для меня важно, наверное, осознать в какой-то момент, если я наберусь жизненного опыта, как, вот тут опять же было правильно сказано, прекратить эту, разорвать эту цепочку, как смирить в себе ощущение вот это внутреннее, абсолютно, казалось бы, непреодолимое, по крайней мере, на первых порах, как разорвать вот эту цепочку, как, ну, не полюбить, конечно, но отпустить это чувство, потому что я примерно понимаю, как справляться с агрессией. Можно прыгнуть на тренажер, пробежать там 20 километров, там, проплыть столько же, или, как сказать, поднять штангу. Как справиться со злобой, наверное, разобраться в причинах, почему человек так поступил, есть он на это основание или нет. А вот как справляться с ненавистью, я пока не понимаю, потому что это какое-то природное чувство, или даже не природное, а чувство, которое тебя отделяет от другого человека, от другой социальной группы, потому что ты так не жил, ты так не думал, ты так не разговаривал, ты так ну, во многих отношениях ты так себя не вел, ты так не ощущал мир. И понимая, что с той стороны могут быть такие же обоюдные чувства, ты все равно продолжаешь. Но на самом деле есть такая банальная фраза, да, что ненависть – это оборотная сторона любви, по большому счету. Да? Потому что любовь – это достаточно длительное тоже чувство. И вот здесь где-то вот залог вот этого разрешения, вот этого парадокса, мне кажется. Вот здесь надо покопаться. Что такое ненависть, если относиться к ней серьезно, да, как к истовому чувству, как к чувству, которое, безусловно, гораздо больше, чем просто агрессия и злоба, которое глубинное чувство, которое провоцируется и длится, и поддерживается эмоционально, и человек находится в этом состоянии сконцентрирован. Вот, мне кажется, вот здесь стоит покопаться, но я не знаю, мне кажется, что это уже в диалоге. Мне кажется. Да-да, может быть, в диалоге. Я просто спрошу вас, Юрий, вы, вот Светлана, и вы описываете ненависть в чисто негативных характеристиках. Это понятно, да? Может быть, я задам такой провокационный вопрос. Может быть, что-то есть позитивное в ненависти? Да нет, наверное. Нет? Ну хорошо, тогда я хочу перейти к нашему следующему участнику. И если про психолога Светлану, логотерапевта, понятно взаимоотношения с ненавистью, если про режиссера Юрия мне понятно тоже, то Александр Пономарев, художник. Вот я, честно говоря, не понимаю пока, как вы связаны с ненавистью своим искусством. По крайней мере, то, что я вас знаю, очень мало мне говорит о ненависти. Ну, проясните эту ситуацию. Вы знаете, я вот должен совершить признание. Вы знаете, я действительно страшно ошибся. Потому что, когда девушке мне предложили выступить, ну... Там как бы звучала скука, думаю, скука, это наша. И потом прозвучала лень, вообще стало здорово, ну просто классно, думаю, ну про лень. И как-то вот ненависть вот в этом контексте вроде как бы появилась, но я перепутал все цифры, числа вообще, я думал, что вчера во время... футбола французского и так далее, и так далее. И, конечно, когда я сюда ехал, я осознал, что нужно говорить о ненависти и начал пытаться всеми силами вспомнить, вот что же я ненавижу и где моя... Я, вы знаете, я не могу. Я не смог, по сути дела, действительно... Вот думаю, есть ли, наверное, какой-то человек, которого ненавижу? Нет. Животное? Нет. Ну, все-таки мы живем в неком пространстве социокультурном, и я как художник
отличаюсь от моих соратников-современников чуть-чуть тем, что я свое тело перемещаю по свету и пересекаю магнитные линии Земли. Это как бы дает мне энергию, как сказали вот организаторы. Я придумал первые биеннале современного искусства в Антарктиде. А вы представляете, что такое Антарктида? Антарктида – это как бы полюс, и все меридианы сходятся там, и как бы в принципе пропадает время. То есть в Антарктиде времени нет. И вот этот проект, который мы с моими коллегами реализовали, это проект такой некого существования человека вне времени. То есть как бы мы строим наше временное пространство совместно с путем нашего судна, и как бы любой художник, проявляясь на берегах, соответственно, строит и время, и пространство. Мы каким-то образом искривляем пространство и время. Ну, понимаете, в Антарктиде зимой живет 2000 человек, а летом 4000 человек. То есть там это не население, все живут на станциях. И вот я думаю, иду по Антарктиде. Вот я иду день, два, месяц, как скот или как шекл, там, предположим. И потом мне хочется есть, наверное, там, и я устал. И вдруг я встречаю человека, любого. Я встречаю человека, и я думаю, могу ли я его ненавидеть? В принципе, могу ли я испытывать к нему состояние подобной ненависти? Видимо, нет. Более того, а если мне нечего есть, я сейчас умру, и я должен, то есть, если я в себе найду чувство ненависти и отнесусь к нему как к тому, кого я должен уничтожить, останусь ли я человеком тогда, или я стану животным? Ну, вы знаете, я все-таки художник, и иногда пишу. Крутится, вертится шар голубой. Из песни. В одуревшем небе майском лопнул шарик голубой. Я пропал под Иловайска в том бою с самим собой. Разорвалась в сердце мина, белый взрыв подобен сну. Развязала половина, с половиною войну. Разметала в клочья градом ветки подлинный завет. Вновь погиб под Сталинградом мой хохлядский юный дед. Помер русский дед спасенный, весь в медалях ветеран от немец. Приведенных, так и не заживших ран. Вот опять пошла движуха, заряжай наверняка. Врезала мне прямо в ухо моя верная рука. В тихом гаю при Дунаю свистнул, гаркнул соловей. Мозги вынесло и тут же понесло под мавзолей. Отдышусь газком китайцам, хорошо б его продать. Две коленки бьют по яйцам с криками «Ядрена мать!» Два яйца, готовы к бою, возбудились молодцы. Бьются танков с корлупою, православные отцы, боже ж мой, нашли сатрапа, в телевизор не гляжу, поимел ростовский папа, всю Одессу на пляжу, прямо там в Одессе маме, где еврей, грузину, брат, рассекают с факелами сотни бешеных бесят. Зарывает поп собаку, снова роет в СССР мацкаляку, нагиляку, а укропов ДНР. Я хохляцкий мацкаляга, залежавшийся продукт. С двух сторон для моего блага информацию крадут. Постреляем в братьев с дуру, вместе палец пососем, а после древнюю культуру вам Европу понесем. Сам себя ссеку ночами, я из Кащенко клиент. Желто-синими бичами из георгиевских лент. Ну, так или иначе, мы затронули социальный аспект ненависти и та жизнь, в которой мы находимся. И я думаю, что не скажу ни для кого ничего нового, если просто напомню, что мы можем сколько угодно говорить о ненависти как негативном чувстве,
как о том, как сказал Юрий Быков, в котором нет ничего хорошего. И в этом он повторил Бенедикта Спинозу. Бенедикт Спиноза говорил, ненависть ни в каком виде никогда не бывает хороша. Никакого позитивного качества у нее нет. Это только дезинтеграция мира, разрушение связей. И я думаю, что сейчас, когда мы говорим о ненависти как о чисто негативном, негативном аффекте или эмоции, вот как Светлана говорила, мы должны отдавать себе отчет в том, что мы сталкиваемся с ней каждый день и сталкиваемся с ней чаще, чем когда-либо, может быть, было в нашей жизни, потому что мы смотрим телевизор или он доходит до нас опосредованно. Мы входим в интернет и мы сталкиваемся с этим в интернете. И для меня вопрос, как прервать эту череду ненависти, о которой говорила Светлана, если политическая власть, социальное устройство общества, причем любого общества, заинтересовано в ненависти как в социально мобилизующем инструменте. Кто может быть тот, кто прервет эту череду ненависти, если и власть, и деньги заинтересованы в ней? Вопрос, Светлана, к вам. Да, очень действительно такой важный вопрос. Если общество, в котором мы живем, действительно заинтересовано в том, чтобы там, того, что разъединяет, было больше, чем того, что объединяет, или там некие объединяющие нити были санкционированы властью и там, деньгами, в некий такой упрек тому, что на самом деле хотели бы, чем бы хотели объединяться люди по чисто человеческим каким-то качествам, то очень сложно противостоять ненависти при таком подходе, когда все вокруг этому, ну, что называется, сопротивляется. Но все-таки человек там больше своей природы. Мы говорили уже, я говорила про свободу, которая присуща. Но вот неплохо было бы просто знать про то, что свобода есть у каждого из нас. Но весь вопрос, что свободны мы не хаотично, потому что если там не будет ответственности за то, как распоряжаться свободой, то это будет хаос. И в этом плане действительно очень важно понимать, что у нас есть абсурдные возможности выбора. Там, абсурдная возможность убить обидчика, абсурдная возможность себя убить, абсурдная возможность совершить какой-то, ну, что называется, такой там, дурацкий поступок, оборвать то, что мне не нравится, без того, чтобы там, приложить какие-то усилия для того, чтобы ну, что-то изменить или там, поменять собственную точку зрения. Но нужно знать о том, что у нас есть абсурдные возможности выбора. Мы свободны в этом. После того, когда мы осознаем, что мы можем поступить как угодно, вот как угодно, действительно, наступает момент, это вот действительно такая психологическая, очень интересная такая субстанция, возникает момент, когда человек понимает, что он сам лично не приемлет. И действительно, вот там были племена каннибалов, была инквизиция, я в прошлый раз про это говорила, кто-то один находится, кто говорит, все, хватит, я не буду есть его, я не буду его убивать. Вот просто потому, что это, ну, у него, наверное, там жена, дети, у него, наверное, там что-то такое в жизни происходит, он сам чей-то сын, чей-то брат. Ну, почему я должен вот как бы съедать его? Вот как только находится тот, кто первый там думает о том, что я не хочу, я свободен в том, чтобы поступить по-другому, я вижу в нем человека, я вижу в нем себе подобного, я не вижу в нем врага. Я вижу вот эту суть человека. И в этом смысле тогда по-другому идет восприятие. Когда я вижу перед собой, ну, условно говоря, человека не той веры, не той расы, не той ориентации, не того, ну, вообще там взгляда на жизнь, то у меня возникает вот этот вот вопрос выравнивания, улучшения. Очень хорошо известно, это там, середина прошлого века, тенденция, весь мир должен быть лучше. Поэтому все, кто не отличает этому понятию, не отвечает этому понятию, должны быть, что называется, уничтожены и останутся только самые лучшие, самые, что называется, качественные. Мы знаем, к чему это привело. Но вот если мы видим не то, что различает, а то, что действительно является единым для всех, для каждого человека, вне зависимости от цвета кожи, от расы, вне зависимости от того, что он, ну вот как бы там,
не знаю, отличен, и это отличие меня раздражает, я все-таки стараюсь увидеть самое главное в нем, вот увидеть в нем человека, увидеть в нем, ну, не знаю, вот там беззащитную женщину, там ребенка, мужчину, у которого могут быть, там, я не знаю, какое-то несчастье произошло, вообще что-то такое вот сутевое, то наш вот этот порог, градус ненависти, он снижается, а этого уже достаточно для того, чтобы мы могли выдохнуть, для того, чтобы вот этот затуманенный взор стал чуть более проясненным. Нам нужно видеть дальше, нам нужно видеть дальше только того, что вызывает мое вот это состояние негатива. А что еще есть во мне по отношению к нему, помимо этого негатива, что еще я вижу? Вот иметь эту паузу, этот люфт для того, чтобы задать себе этот вопрос. Кроме того, что меня в нем бесит, выносит, то, что, я не знаю, вызывает вот это вот закономерное чувство ненависти по отношению к нему, я всего лишь человек, я не могу гарантировать, что даже самый просветленный из нас не будет испытывать этого переживания. Это природа человека. Но вот что делать с этой природой, вот это уже другой вопрос. И здесь как раз, как поступить, что я вижу? Что я вижу помимо этого разобщения? Вижу ли я суть этого человека? Могу ли я увидеть еще что-то? Насколько я могу отодвинуть от себя, сделать эту дистанцию между мной и этой ненавистью, которая есть во мне? Я не есть это переживание. Оно во мне, а не я у него. И тогда действительно у нас есть возможность сделать еще какой-то выбор, увидеть под этим сниженным градусом ненависти еще что-то, увидеть обычное, обычное человеческое, именно быть продиктованным этим чувством сопереживания, соединения, именно вот того, что есть общего, а не то, что является отличным. Спасибо, Светлана. Мы говорим это конкретному человеку, который пришел к вам на сеанс, то мы можем избавить его от его частной ненависти, но мы не можем все общество привести к вам на сеанс. И, к сожалению, конкретный человек часто даже не подозревает, что с этой ненавистью, которой он обуян, ему надо идти к вам. Он считает это нормой. Он считает нормой ненавидеть. И объектов для ненависти создается очень много. И средства массовой информации, масс-медиа производят эти объекты для ненависти и говорят нам постоянно, ненавидеть это нормально. Где вы, Светлана? Почему вас нет в телевизоре? Почему у вас нет ток-шоу, где вы могли бы сказать, как преодолеть агрессию? Это вопрос, конечно, не к вам, да, вы понимаете, да. Но общество выработало инструменты борьбы с тем, что ненависть воспринимается как норма. А я вам хочу сказать, что ненависть, исторически, да, была скрепляющим общество фактором. Ненавидеть врага. Это был момент мобилизации архаических сообществ в том числе. И эти режимы ненависти устанавливались ритуально, что важно. Мы потеряли эту функцию ритуальной ненависти. И в результате для нас вендетта является не ритуальным действием. Вендетта возможна без ненависти, понимаете? Вендетта — это просто закон жизни некоторого архаического общества. Ты можешь прекрасно относиться к человеку, но ты его должен убить. И закон общества требует этого. У нас обратная ситуация. Мы ненавидим кого угодно без всяких вендетт. Нам говорят о свободе, и это свобода ненавидеть. Вот что, мне кажется, опасно. Так вот, наше современное общество, мне кажется, выработало свои инструменты против ненависти. Одним из них является кинематограф. Вы понимаете, что я перехожу к Юрию Быкову, потому что именно через кинематограф, через жанровые клише, в которые мы попадаем и в которых мы опознаем свою зрительскую агрессию социальную, мы можем проводить сеанс терапии с обществом, а не с индивидом. И вот терапевту общества Юрию Быкову я передаю микрофон.
Но у меня нет влияния на такую массовую аудиторию, про которую вы говорите. Не прибедняйтесь. Да нет, нет, но это правда. На самом деле то, что я делаю, это относится к очень небольшому количеству людей. Так вот, что касается ненависти вообще не в кинематографе, а в искусстве, да, еще раз повторяю, это же по большому счету фактура. Это предмет, прежде всего, я прошу прощения за цинизм, но чаще всего, да, если мы посмотрим на компьютерные игры, на вообще на масс-медиа с точки зрения того, что сейчас модно, того, что сейчас пользуется спросом, это вообще сила, да, в том или ином виде. То есть человек встает и над своими врагами, и побеждает, и вот эти бесконечные стрелялки, когда там каких-то там, пусть даже компьютерных персонажей расстреливают там, вдумайтесь, да, чтобы пройти несколько этапов в компьютерной игре, надо убить там, ну, 1000-2 человек, по большому счету. Я уж не говорю про каких-нибудь там тушканчиков, там, зайчиков и так далее. Даже если взять серьезные какие-то достижения в кинематографе, там, особенно в американском, и серьезные, я подчеркиваю, да, даже мое любимое кино 70-х, все равно вестерны, все равно и сейчас вот современное популярное молодежное кино, так называемые комиксы и так далее, все это о преодолении своего врага силой. Вот. Никто же не говорит, а прими своего врага, изучи своего врага, найди с ним диалог. Все говорят, иди оторви ему голову. И по большому счету, вот это вот, как это правильно в психологии называется, фаллические символы, да? Правильно, да? Ну, грубо говоря, возьми, оторви ему голову. Вы имеете в виду ружье? И да, и поиграй еще его головой еще, там, не знаю, ну не в футбол, если, то в какую-нибудь другую интересную игру. Ну, по сути дела, конечно, в человеке это заложено, особенно в мужчинах, насколько я понимаю. И это предмет для манипуляции, действительно, консолидации общества, то есть когда ищем внешнего врага. Ну, по большому счету, внешнего врага ищет не только государство. Иногда и лестничная клетка, один город против... И иногда даже в очень безобидной форме. Вот наша футбольная команда против вашей, например... Это уже модели, которые... Конечно. Вот. И тут, если мы говорим о том, как это разорвать, ну, тогда надо понимать, где рвать, понимаете? Потому что можно разорвать так, что разорвется все на свете. Да? И так называемая и здоровая конкуренция, или, как сказать, или здоровое соперничество, оно же ведь тоже отчасти, ну, если не на неприятие, посмотрите на футбольных матчах, да, когда болельщики кричат, когда они действительно в хорошем смысле взведены, да, но я не думаю, что они готовы там броситься одна трибуна на другую, обниматься, правильно? Они же кричат тем, кто с той стороны там и показывает разные жесты, не просто так, потому что они выбрасывают некую агрессию. Ну, я сейчас могу блуждать по понятиям, потому что я человек непрофессиональный, но если мы говорим все-таки про искусство, да, то все равно, еще раз повторяю, это предмет для, ну, как сказать, такого или эстетического, или энергетического наслаждения. А вот как избавиться внутри себя от вот этого наслаждения, вот этим явлением, как ненависть, вот это уже очень сложный вопрос, потому что тогда включаются такие понятия, как смирение, принятие, которые вообще, особенно молодым людям, не свойственны. По большому счету, это же ведь ну, такие возрастные категории, да? Вот. И здесь, мне кажется, рвать надо очень аккуратно, потому что, видимо, то, что в природе человека заложено... Знаете что, вот я сейчас... Мне пришло в голову, что... Вот я сейчас сказал там один тезис, по-моему, что ненависть — это длительное чувство, оно очень похоже на любовь. Так вот... Как его не испытывать на протяжении вот, длительного времени? Можно это просто время потратить на изучение другого человека. Вот изучение, просвещение, заставление себя, ставить себя на место другого человека, ставить себя в его обстоятельства. Вот как вот это, я уж не знаю, плохое циничное слово, пропагандировать, но вот это действительно мы упираемся тогда в неподконтрольность СМИ, как сказать, масс-медиа и так далее. Но здесь у меня рецепта, к сожалению, нет. Здесь теория малых дел. Я лично для себя решил, вот как уже было сказано, да, разорвать эту цепочку. Я бесконечно стараюсь это сделать, и у меня почти никогда не получается. Но я для себя это делаю, в своем данном отдельном случае. Если кто-то в моем окружении видит, что у меня что-то получается, я становлюсь или лучше, или умнее, или, по крайней мере, спокойнее, то они в какой-то степени берут с меня пример. Здесь... по-другому не работает, потому что выйти на телевизор и сказать, давайте все любить друг друга, во-первых, это не дадут сделать, а во-вторых, даже если ты это сделаешь, то, наверное, будет передача
какого-то комического какого-то свойства. Ну, то есть какая-то юмористическая передача. В тебя... Да, давай, что-то, давай поженимся, обнимемся. В это никто не поверит. Только частный пример. Но ведь на самом деле из частных примеров очень много выросло. Вообще практически вся история гуманизма, она выросла из частных примеров. Другое дело, что очень часто и просвещение, и гуманизм, вообще все эти ценности, они начинаются с жертвы человека. Вот Бруно сказал, да, что, как сказать, Земля все-таки не квадратная. Ему пришлось за это пострадать. И таких примеров масса. Наверное, большие серьезные сдвиги начинаются с жертвы одного взятого очень яркого и заметного человека. Вот если мы говорим о ненависти в наше время, да, от попытки избавиться от какой-то классовой ненависти, от ненависти, как сказать, разделения интеллектуального, то, наверное, должен появиться какая-то появиться фигура, которая себя принесет в жертву. Так, наверное. Как это не страшно звучит. Своим примером покажет, что возможность переделаться, возможность измениться, она сама по себе даже есть, вернее попытка, да, да и возможность тоже, она сама по себе ценнее, чем жизнь в ненависти. Вот этот пример, он, конечно, пригодился бы, но кто на это решится? Вы знаете, Юрий, я могу лишь сказать, что мне кажется, жертв очень много, но масс-медиа анестезирует эту старую ситуацию. Да, мы не замечаем этих жертв, но их много. Согласен. Их много. Ну, сейчас есть интернет, кстати, социальные да, сети. Да, да, интернет делает эти жертвы локальными. Я просто имею в виду, что сейчас, может быть, и новейшие социальные технологии, да вообще технологии в принципе, да, они будут помогать. И знаете, как вот в кино сейчас очень много изменилось, и прям, если прям в одну секунду, то по большому счету независимое кино сейчас действительно можно делать в очень больших объемах. Это правда, при наличии альтруистов. Чего нельзя было делать чисто технически в 70-м году, в 60-м, потому что это технологически сложный процесс. А социальные, прошу прощения, новейшие технологии позволили, как сказать, делать контент. Вообще, в принципе, любой, изобразительный, визуальный. А социальные технологии позволили его доносить до огромного количества людей. Я вообще в этом смысле оптимист. Даже если на моем веку серьезных изменений не произойдет, то они обязательно произойдут в будущем. Потому что есть один основной принцип развития. Развитие неизбежно. Вот это я сам для себя, кстати, недавно осознал, это правда, к своему стыду, очень недавно, что все, чему я сопротивлялся как человек, как архаичный причем человек, и говорил, что это не так, должно остаться по-старому, это будет только в таком виде, больше ни в каком, все это погорело, все это улетучилось к чертовой матери, потому что есть основной принцип вещества, это развитие. Так вот, если, чем больше людей будет и чем раньше понимать, что только движение вперед, только развитие и только преодоление своих каких-то архаичных установок, вот тогда, наверное, начнет что-то. Ну, мне кажется, все-таки будет что-то меняться. Я что-то заговорился. Да, да, да. Ну, вы знаете, мне кажется, Юрий сказал одну вещь, которая для меня очень важна. Я ее выделю сейчас, прозвучала, потому что Юрий сказал такую вещь, что если ненависть поставить на дистанцию и понять, да, попытаться понять, это очень сложная процедура. И вообще вот это замедление времени, чем мы замедляем ненависть, то есть разлагая ее на факторы, она уходит. Это очень, с этим психологи работают, Светлана не даст соврать. Дать мотивацию другого, перестать, чтобы другой выглядел врагом, перестать, чтобы создать ситуацию, чтобы человек в Антарктиде, которого ты встречаешь, не думать о том, что он может вас съесть, например. А он ведь может, может съесть в Антарктиде. Сил не будет. Сил не будет, даже жевать не будет сил. И вот мне важно в словах Юрия то, что сложность, мыслительный процесс, знания убивают ненависть, потому что ненависть – это всегда упрощение. Ненависть – это замыкание цепочки на одном простейшем аффекте. Враг должен быть уничтожен, что у врага нет других возможностей. Ну, как в войну, «убей немца», писал Эренбург, да, и это было оправдано в силу мобилизации. Но когда мы живем в мирное время, упрощение и ненависть совмещаются. Всякая сложность, она убивает ненависть. Всякая сложность, когда человек знает, что мир сложнее, чем он может подумать, у него меньше шансов ненавидеть.
Это такое вот мое замечание. Теперь я хотел бы передать слово Александру, но прежде чем передать, у меня что-то типа вопроса к Александру как художнику, потому что, на мой взгляд, с вот этим общественным неприятием искусство работает достаточно давно. Оно его даже провоцирует. И надо сказать, что это один из способов существования того, что мы называем современным искусством, потому что я просто напомню, что в XIX веке возникают первые процессы над писателями и художниками, появляется публика, зритель, которые не понимают искусства, которые осуждают Флобера, Бодлера, импрессионистов за то, что они пишут. И это осуждение сродни ненависти. И художники, вместо того, чтобы прервать череду ненависти, наоборот, живут ее провокацией, потому что это некоторые болевые точки общества. Если их не провоцировать, они будут подспудно себя проявлять в другом. Или вы со мной не согласны? Нет, согласен абсолютно. Вы понимаете, вообще любое искусство, в частности современное, как бы я очень часто сравниваю современное искусство в обществе с... Вот мы живем, предположим, варим какой-то бульон, да, вот есть такой бульон. Хозяйка на кухне начинает утром варить бульон, картошки положит туда, там, чиновников, там, чуть-чуть мяса, там, и так далее, и так далее. В принципе, нормальный бульон, его можно и есть вот так вот. Но мы все-таки добавляем туда некоторое количество специй, то есть соли чуть-чуть, все-таки перчика и так далее. Вот современное искусство для общества, оно подобно этим специям, то есть я вообще не люблю делать различия между современным искусством и просто искусством. Об этом можно говорить, это как бы не тема нашей дискуссии сегодняшней. Но в принципе искусство всегда служило в обществе тем, что нейтрализует, как бы срезает вот эти колебания, социокультурные колебания срезает. И искусство, конечно, как вы правильно сказали, это именно та деятельность, которая усложняет действительность, усложняет жизнь. Это очень важно. Что касается ненависти, для меня, конечно, я вот хотел бы сказать, что, ну, конечно, ненависть не является смертным грехом, но гордыня является самым страшным смертным грехом. А ненависть и гордыня, на мой взгляд, это настолько связанные, как бы, связанные качества, феномены и категории. И когда человек замещает себя любимого, на себя очень любимого, возникает как бы гордыня. Вот мы, художники современные, мы пытаемся каждый раз вот эту планку уронить. Ну, например, вы представляете, вот, предположим, сейчас развиваются вот эти 3D-технологии, про которые вы говорили. Я, как бывший морской офицер, я вот все время думаю, вот нас учили там торпедами стрелять и так далее. Но у меня никогда не было ощущения, что там нет человека. Для меня там всегда был человек. У меня вот, как в моих стихах, там были деды, там, то есть была некая такая социально-историческая история. Сейчас же человека нет. В этих играх и в той войне, к которой готовится наше общество, нет человека. Там абсолютно человека. Оператор нажимает на кнопку, и бегают эти вот ребята, которые там, ну вот этот вот там, о, что-то там сгорело и так далее. Вот, на мой взгляд, одним из самых главных лекарств от гордыни и ненависти является ирония. Вот в этих играх абсолютно отсутствует ирония, ироническое начало. Неспособность человека ощущать вот это важнейшее чувство, оно как раз и приводит к массовой ненависти. Вот почему так против современных художников, современного искусства? Ну, вы знаете, иногда, ну, мы просто, я, честно, иногда даже со стула падаю иногда. Вот просто клянусь, когда там мой друг, там, Коля Полиский, построил Никола Ленивцы, понимаете, он построил храм. Ну, он не храм построил, ну, как вот вы на кухне, вы, извините, сделали пирог в форме там, храм православного, католического и так далее. И вдруг какой-то нормальный человек с высшим образованием, ну, наверное, у него дети есть, мама, он начинает говорить, как же так, вы сожгли католический храм.
И мне такое впечатление, что я нахожусь в сумасшедшем доме просто. Потом я знаю Колю, он абсолютно человек верующий, открытый. У него никаких даже мыслей нет, даже он и представить не может. То есть происходит какое-то бешеное замещение. Вот мы, художники, любые, современные и несовременные, мы как раз и даем возможность чуть-чуть не забывать. Вот могу вам сказать, если нет иронии, это не современное искусство. Вот как только человек теряет иронию и начинает вдруг относиться к самому себе, любимому, немного серьезней, чем это нужно для его художественного жеста, это уже не искусство. Вообще все искусство пропадает. Вот как бы вот такие мысли у меня. Вот вы говорите, ирония. Чуть больше иронии, и вас уже за оскорбление чувств. Чуть больше иронии, и уже оскорбление чувств. Как, видите, как регулируется ненависть общественная? Вы вспомнили Полисского, прекрасный пример, но была выставка «Осторожная религия» или «Запретное искусство», которое делали Самодуров и Ерофеев. Там на запретном искусстве вообще надо было, чтобы посмотреть эту выставку, надо было проделать большую работу, надо было встать на стул, заглянуть в дырочку. То есть это надо было очень хотеть увидеть эти объекты. Но тут же нашлись активисты, которые пошли, заглянули и оскорбились. И люди получили реальный приговор, он просто был денежный, но сейчас ненависть является тем, что как масло размазано по нашему обществу, оно в мелочах, и им питается общество. И общество наше нездорово в этом смысле. Но здесь, понимаете, можно говорить о нашем обществе, но есть момент, вот, о котором сказала Светлана, и у меня к ней, конечно, есть вопрос, к вам, Светлана, у меня есть вопрос. Вы говорили о том, что надо увидеть в том, кого ты ненавидишь, такого же, как ты. И мне кажется, здесь есть вот противоречие между тем, что говорите вы, и тем, что говорит Юрий, такая полемика. И в философии она выражена фигурой еще одного узника лагерей, Эммануэля Левинаса. Эммануэль Левинас говорил, что этика, вообще любая этика, не моральные нормы, которые нам приписаны обществом, а первичное этическое действие начинается с того, что я, испытывая ненависть в отношении другого, не делаю его таким же, как я, нет. Я хочу его убить, он так и пишет. Я хочу убить, потому что он мне угрожает, от него исходит угроза. И вот первичное действие по преодолению этого страха не убийство, а не насилие. То есть прервать цепь, да, вот то, что мы называли прервать цепь. Но это означает не делать другого таким же, как я, и не искать, а признать инаковость в качестве нормы. То есть тот, кто другой, имеет не просто право таким быть и свободу таким быть, а он обуславливает то, что и я могу быть другим. Но люди, увы, не хотят быть другими. И это, мне кажется, непреодолимое противоречие. У меня вопрос. Мы можем еще высказаться, но у нас еще есть время спросить. Если есть вопросы в зале, мы с удовольствием их выслушаем, и вы говорите, как вас зовут и к кому вы обращаетесь. Микрофон. Где микрофон? Здравствуйте, меня зовут Андрей Кудрявцев. У меня вопрос к Юрию Анатольевичу Быкову. Юрий Анатольевич, вот вы неоднократно в своих интервью говорили, что в ваших авторских фильмах нету абсолютных подонков, то есть злодеев, которые совершают зло просто вот потому, что они злые. Вы говорили, что вы в начале, первоначальный вариант сценария «Майора», вы вначале написали именно так, потом по совету учителя исправили и продолжаете эту линию.
линию очень важную, вот стремление к объективности в социальном кино. То есть в отличие от того, как, наверное, многие думают о фильмах «Жить», «Майора дурак», думают, что там вот слишком много ненависти, авторская позиция Юрия выражала совершенно однозначно. Там все-таки чувствуется, ну понятно, не ко всем любовь, но некоторое желание понять антагонистов. Тех, кто, то есть в ваших авторских картинах вы стремляетесь не обличать нехороших людей, а вы скорее обличаете саму жизнь, само устройство жизни, при котором распространено насилие и страдания. Вот фильм «Дурак» такой абсолютно, которым я восхищаюсь, он абсолютно безнадежный. Там дело ведь не только в том, что главный герой не мог физически спасти этих людей. Когда... Извините, пожалуйста, у нас жанр вопросы. Да. Я... Ну, в общем, насчет цепи. То есть согласны ли вы с таким мнением, что все идет... То есть реакции человека в сознательном возрасте предопределены его. То есть несмотря на то, что нам хочется говорить о том, что все-таки человек свободен, но он может абстрактно об этом рассуждать, но его реакция, его отношение к жизни сильно предопределено тем, что он впитал вот, в бессознательном возрасте, там, может быть, еще до рождения или в детстве. То есть это как-то как наследство некоторое передается родственниками, родителями, которые это впитали в свое время. Если среда была наполнена негативом, злобой, то человек потом склонен все-таки от мира ожидать чего-то более негативного и страшного. Но при этом вопрос заключается в следующем. В основном происходит так, в основном как-то все наследуют, но все-таки есть, их тоже немало, частных случаев, когда человек по каким-то причинам нарушает этот сценарий предопределенный, родовой, скажем так, и поступает иначе. Вот как вы можете это прокомментировать? Вот мы и прервали цепь. Ну, просто можете на эту мне тему кажется, рассуждать. Мне кажется, у вас есть заявка на сценарий. Ну, это уже не к этой беседе, просто можете на эту тему. Да очень просто. С одной стороны, конечно, все предопределено. Я вообще, по сути, даже не фаталист, а детерминист. С другой стороны, кто бы знал эту предопределенность, понимаете? Ведь вопрос случайности, он не в том, что все случайно, а в том, что ты никогда не угадаешь, как все будет. Я думаю, что так. Есть три процесса позитивных, их гораздо больше, наверное, вот те, которые я знаю. Это гравитация, сближение, притяжение. Это позитивные процессы. А есть негативные процессы. Это, ну, чтобы время не тратить, это, кстати, антонимные, да, процессы. Когда все разрывается, разлетается. Хотя, кстати говоря, Вселенная после большого взрыва разлетается. Да, но в то же время формирует... Да, по одной из концепций. Но в то же время формируются все-таки планеты, да, системы, галактики, кластеры галактики. По большому счету все происходит на сближение. Самая позитивная черная дыра. Самая позитивная, да, черная дыра, которая, кстати говоря, не дыра, а просто очень-очень плотная масса, которая к себе притягивает. Ну, короче говоря, мне кажется, что если мы пытаемся сблизиться, как бы это в какой бы форме ни происходило, даже в самой дурацкой, мы все равно делаем процесс созидательный. Как только, то, что я очень-очень недавно осознал, как только мы отдаляем от себя человека, ставим вердикт, ярлык, все понятно, выбрасываем из своей жизни, да, и так далее и тому подобное, когда нам все понятно, то что, абсолютно точно, что ничего не понятно. И в этом смысле, мне кажется, что вот то, о чем вы говорили, там через родственников что-то продается, по наследству только квартиры, и то не всегда, понимаете? Мне кажется, что если учитывать... Прервать цепь наследства. Да, да. Ту динамику, которую я могу наблюдать, да, хотя бы из школьной программы, то в 13 веке не было зубных врачей, теперь они есть. И можно, если зуб заболел, то сходить все-таки у кого-то попросить помощи. Развитие в любом случае происходит. И вообще всем скептикам, циникам, в том числе и к себе самому это адресую, потому что очень долго вообще то, что мною двигало, это была та самая ненависть. Кстати, на ней, кстати, надо сказать по честности, что ненависть — это тоже двигатель. Но, наверное, на первой стадии это неизбежно для всех. Я думаю, на стадии взросления, там, формирования личности. Но потом от нее надо избавляться, как от иллюзии. Да? То есть нам в детстве говорят, что вот мир устроен вот так, сказку рассказывают какую-то. Потом оказывается, что мир сложнее. И это надо преодолевать, переживать. Это неизбежный процесс. Но по большому счету ненависть — это то, конечно, что надо выбросить из багажа. Абсолютно точно. Так, еще вопросы. И, пожалуйста, краткие вопросы. Да-да-да. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос скорее к Олегу и Светлане. Вот я
Выслушала ваши тезисы, и вряд ли у меня получится кратко, но мне кажется, за счет всей этой дискуссии мы так и не прояснили, что есть такое, по сути, ненависть. И как мне кажется, что ненависть в данном случае вы зачастую употребляли как синоним агрессии, что не всегда очень правильно, потому что ненависть, на мой взгляд, это как отрицательный полюс принятия. Вот я люблю свою маму, и я ненавижу Гитлера, и у меня есть полное право ненавидеть Гитлера, потому что, достаточно веских причин. И в данном случае это подкрепляется, опять же, вашим тезисом на тему того, что человек должен любить Бога и ненавидеть грех. В данном случае ненависть является крайней степенью непринятия. И любовь, как противостояние ненависти, крайняя степень принятия. Поэтому, соответственно, Бог — это любовь. Соответственно, если посмотреть с другой стороны, то ненависть — это естественное следствие страха. А где есть страх, там нет Бога, там нет любви. Соответственно, если мы говорим о ненависти как естественном следствии страха, то надо в первую очередь, как раз о том, о чем говорила Светлана, избавлять общество и людей от всех этих страхов. И естественно, что в нашем обществе сейчас, которое нестабильно ни экономически, ни морально-нравственно, ни духовно, мы еле-еле выгребаем из той коммунистической ямы, в которую мы попали, естественно, что у нас очень много страхов, и естественно, что мы погрязли в этой ненависти. И чем меньше у нас будет поводов бояться друг друга, и бояться себя, и бояться завтрашнего дня, тем меньше в нашем обществе будет ненависти. Не знаю, похоже ли это на вопрос, но это скорее тезис, который бы я хотела, чтобы вы прокомментировали. Это не похоже на вопрос, но Светлана ответит. Спасибо вам за ваш комментарий, взгляд, очень интересно. Я бы внесла несколько ремарок. Вот считается, что это действительно некие такие антиподы, любовь и ненависть. Но вот не так. Противоположность любви какая? Есть варианты? Быстренько скажите. Равнодушие. Противоположность любви не ненависть, а равнодушие. И когда еще второй комментарий к тому, что вы сказали, что там первооснова, да, вот ненависти — это страх, вот как со страхом вы связь. Да, есть такое, и крайняя форма непринятия, да, есть такое. Но не забывайте, что, во-первых, мы никогда не можем, что называется, выстроить абсолютно точную цепочку, что мы все звенья учли в этой цепочке. Наверняка остается то, что мы просто не осознаем, но оно обязательно присутствует. Так вот, еще что нужно, очевидно, добавить вот в эту цепь рассуждений, которую у вас есть, не только страх и там крайняя форма непринятия, боль. Вот люди, когда ненавидят, они испытывают боль. И в этом смысле, вернее так, сначала боль, потом некая ненависть. Но здесь есть, опять-таки, дополнительный такой сюжет для развития этой темы – терпимость к боли. В нашем сегодняшнем обществе мы нетерпимы, мы вообще нетерпимы. Мы нетерпимы, вот там отсутствие удовлетворенности, фрустрация к неопределенности, то есть такое некое негативное переживание, фрустрация к боли, фрустрация к смирению. То есть мы не привыкли выдерживать напряжение. А у человека это встроено. Люди только тогда становятся людьми, когда ставят перед собой задачи, когда испытывают некое напряжение между тем, что есть сейчас, и что должно состояться. Это вот как бы то, что действительно делает человека человеком. Вот в прошлый раз говорила, сейчас упомяну, потому что это имеет вот такую очень важную штуку. Когда мы устали телесно, нам нужно отдохнуть. Когда мы проголодались, нам нужно покушать. Когда мы там испытываем жажду, нам нужно попить. То есть нам нужно вот гомеостаз, да, выровнять, снять напряжение. Нужно, что называется, чтобы систему вернуть к равновесию. Это что касается психофизики. Но когда речь идет о человеческом, в человеке, да, вот о том самом духовном, нам здесь как раз и нужно напряжение. Нам нужна задача. Нам нужно опровергнуть то, про что вы говорите, вот некую детерминацию, связанную с влиянием генетики, там природы, погоды, социума и так далее. У нас всегда в этом смысле есть не только то, что на нас влияет в виде генетики, про отцов и так далее, но и то, что нас конституирует, влияет, да, но конституирует то, что я сюда еще вношу, добавляю. Да, я могу испытывать ненависть, но я хочу еще что-то добавить. Я не могу заставить, вот как бы изо всех сил, да, как бы не старалась не испытывать ненависти. Это естественная психологическая реакция. Но помимо этого, как человек, я могу еще что-то в себе обнаружить, что я могу с этой ненавистью управиться не тем, что буду ее, устранять, бороться, изгонять из себя, но я еще что-то добавлю. То, что
ненавистью не является, и видеть человека в человеке, действительно видеть еще какое-то сострадание, смирение, принятие, вот ставить перед собой задачи, усилия, действительно усилия увидеть что-то, это не автоматически, это не происходит, ну вот как бы так по щелчку, как это происходит с инстинктами. Это должно быть через усиление. И именно поэтому мы люди, а не животные, что инстинкты, тут не надо ничего ждать, они сами приходят. Влечение, инстинкты, вот эти влияния, детерминация, это все как бы само собой. Но человек становится человеком тогда, когда он прикладывает усилия к тому, чтобы увидеть еще что-то, чтобы сделать еще что-то, чтобы поставить перед собой задачу. Задача, которая требует напряжения, требует усилия, но при этом не в обязательном порядке. Наша свобода заключается в том, что мы можем и ничего этого не делать. Просто вести растительное существование. Спасибо. Спасибо, Светлана. Здесь есть такой вопрос. Вы затронули очень важную тему, связь ненависти и боли. Это психологически проинтерпретировав боль, но из психоанализа мы знаем также, что боль может быть одной из форм удовольствия. Можем ли мы говорить о ненависти тоже как удовольствии репродуцируемом? Таким? Нет. Точно нет. Ну, мне нравятся такие ответы. Значит, я... Простые ответы. Вопросы еще. Мой вопрос будет задан скорее ко всем спикерам, но в то же время и к Светлане в частности. По ходу обсуждения было сказано очень много патетических слов о том, что ненависть — это некий наш внутренний монстр и некий... библейский бес, которого мы должны в себе подавлять. Однако, если вспомнить того же Фрейда, мы вспомним о том, что либидо и самоутверждение — это два естественных человеческих двигателя, и самоутверждение уж точно связано с ненавистью, ибо какие они плохие, какие мы хорошие. Так почему нельзя получать удовольствие от естественного эволюционного механизма? Зачем подавлять и разделять чувства на условно хорошие и плохие, если это выглядит как путь в невроз? Спасибо. Обожаю такие вопросы. Вот, но я постараюсь очень коротко ответить. Фрейд остановился в подвале. В хорошем смысле этого слова, в подвале того, что есть человек. То есть действительно, там, изучая... и теорию либидо, теорию деструкции, что человеку свойственно импульс к разрушению, и даже у Сабины Шпилерин замечательная работа «Деструкция как становление личности». То есть все это есть, много чего есть там в психологии. Весь вопрос, действительно ли это то, что отвечает истине, так ли оно на самом деле, или же, что называется, это как бы в кавычки истину в последней инстанции. Вот я скорее как бы про второе, что Фрейд действительно очень как бы однобоко, очень... плоскостно увидел человека. Он видел только психику и физику. Он не увидел человека. Именно ему принадлежит вот эта фраза, что если человек задумался о смысле жизни, то ему, то это там, следствие там, проявления невроза, что его нужно лечить. Но это не так. Мы все задумываемся о смысле жизни в той или иной форме. Это не значит, что нас всех нужно лечить. То есть здоровая личность действительно озадачена. Ей надо размышлять о смысле собственного существования. Поэтому речь не идет о подавлении. Я скорее про то, чтобы ничего не подавлять, а добавлять. Есть как бы некие деструктивные импульсы. Да, есть, конечно, я всего лишь человек. Я не бог, я не герой, я человек. И все вот эти проявления, они во мне присущи. Но при этом должно быть еще что-то, что я делаю сам. Вот там выше, про что я говорила там, в предыдущем своем там, выступлении. То есть еще что-то, что человек сам добавляет, именно как соавтор Господа, соавтор мироздания, соавтор чего угодно. То есть в этом смысле ответственность моя в том, что я добавлю в это творение Божье, как я улучшу этот инструмент, кой был создан там, мирозданием или Господом для того, чтобы что-то изменить на этой земле. Хочу ли я увеличивать страдания в этом мире или же нет?
Еще вопросы. Да, еще вопрос к Светлане. Значит, вопрос следующего характера. Каким образом вы работаете вот со своими клиентами, больными, как их правильно назвать, с точки зрения устранения ненависти? Как известно, да, вот ненависть – основа как раз управления людьми, там, разобщения их. Этот одного цвета кожи, этот ест там только мясо, этот вегетарианец, этот такой-то национальность, этот такой-то и так далее. То есть факторов масса, да, основа основ, если мы вглядимся в историю, этим двигали людей, там определенные люди, да, и сейчас там. Сейчас только все это усугубилось и фактически культивируется вокруг личности, то есть… Фактически личность заставляют там, путем воспитания, обучения в школе, в университете, друзья, газеты, телевидение, особенно телевидение, впитывать вот эту вот неприязнь, вот эти вот шаблоны, потому что вот нужно быть таким или не таким. И ограничение этой свободы мышления и как раз приводит к ненависти по ряду факторов. Каким образом вы работаете с такими людьми, чтобы снять эти барьеры, человек хотя бы отчасти ненависти освободился? Спасибо. Вот такой соблазн рассказать, как я работаю, но это совершенно как бы невозможно сделать коротко. Это значит, вот что называется, обесценить эту работу, девальвировать ну, вот те искания, те переживания, те проблемы, те вопросы, с которыми приходят люди, попытавшись там в полминуты уместить вот объяснение, как я это делаю. Но скажу коротко, всякий раз это там искусство в том числе, да, есть некие там, что называется, то, на что я училась, а есть вот, что называется, искусство импровизации, потому что каждый человек уникален, и с определенным там клише нельзя подходить к личности. Поэтому и ответа здесь как такового нет, чтобы я рассказала о некой системе работы. Она складывается именно вот в процессе встречи. Это всегда присутствие, а присутствие неповторимо. Как там Франкл говорил, на терапии присутствует трое. Клиент, терапевт, и, как вы думаете, что? Смысл. Да. Еще задавайте, у нас есть да, еще вопрос. Мне дали микрофон наконец-то. Лев Баранчук-Червонный, вопрос краткий. Светлана, как вы считаете, является ли зависть формой ненависти? Вообще, спасибо большое. Вот считается, что зависть – это ну, как бы синоним ревности, что вот рука об руку идут зависть и ревность. А вот зависть и ненависть, они все-таки как бы отличаются. Там, я думаю, что под завистью можно видеть какой-то вот, ну вообще во всем можно видеть оборотную сторону. В зависти это видение лучшего, потому что мы завидуем чему-то лучшему, тому, что есть в другом, и там по каким-то причинам не замечается нами в нас, и мы чувствуем себя в этом смысле обделенными и хотим это заполучить. Но это искаженный взгляд, в том числе и на самого себя. То есть человек может быть несправедлив в отношении там, каков же есть я, но увидеть себя таким, какой я есть, у нас по определению никогда не получится. Как, например, невозможно в телескоп разглядеть Землю, находясь на Земле. Увидеть Землю можно только с расстояния. Узнать, кто я, вот кто я, каждый из нас, мы можем только через других людей, никогда не глубоко погружаясь в некое самокопание, самоизучение, а что у меня, как мне нюхается, как дышится, как чувствуется. И чем глубже я зарываюсь в самого себя, тем дальше я от самого себя. Поэтому задача узнавать себя через другого. И в этом смысле человек, который испытывает зависть каким-то преференциям в отношении там, перфектным проявлением у другого человека и считает, что он в этом смысле обделен чем-то, начиная от богатства и заканчивая какими-то достоинствами, это в первую очередь говорит о том, что он недостаточно хорошо может видеть себя со стороны других людей, что он слишком эгоцентричен, а не трансцендентен. То есть он в этом смысле не ориентирован на других. И задача-то как раз делать шаг от себя к другим, и тогда увидишь себя лучше, и увидишь то, что действительно тобой является, и тогда не до зависти, потому что ты обладаешь такими уникальными способностями, которыми не может обладать никто другой, равно как другой никогда не будет обладать какими-то уникальными его иными способностями. И в этом смысле такой ковер разнообразия, людского разнообразия, и при этом некое единство человеческого. Мне кажется, Светлана, в вашем мире вообще нет ненависти. Вы так прекрасно говорите обо всем. Есть, да? Вы серьезно, да?
Но она не представляет проблемы. Пару шагов, осознай себя немножко другим, и все, ненависть уходит. Не так? Да-да. Но не как невроз, потому что неврозы в данном случае не невроз. Нет? Микрофон. В поставленном голосе. Хорошо. Где немножко драматизм? С ненавистью связан драматизм определенный. А вы ориентируетесь на человека, на ангелов, которые к вам приходят, нет, и у них там какой-то небольшой недостаток. Они слегка не любят трехногих кошек. Нет, человеческая жизнь переполнена страданием. Не ненавистью, но страданием. Ладно, это не вопрос. Вопросы в зале. Здравствуйте. Я хотела, во-первых, согласиться с мнением Александра на тему того, что ненависть – это проявление ничего другого, кроме как гордыни. И в соответствии с этим вы давали четвертый путь, путь надежды, про то, что вот на тебе замыкается этот круг с ненавистью, и ты ее как бы уничтожаешь. Но я сталкиваюсь, например, с такой проблемой, что у меня постоянно только на этом замыкается, и в итоге вся ненависть, ты как бы как призму ее высасываешь и уничтожаешь. Но это называется эмоциональное обслуживание, оно очень сильно выматывает, и как бы... Вот вопрос в том, во-первых, нормально ли это ненависть? Не хочется давать ей оценку, но все-таки нормально ли ее испытывать? Не деструктивно ли это по отношению к самому себе? Особенно если эта ненависть не направленная вовне, а направленная в итоге вовнутрь. Потому что если ты не испытываешь ее к человеку, то ты испытываешь ее куда-то в себя и там, не знаю, ну... какими-то уважаемые дамы и господа, я хотел бы... вам сказать, что нехорошо пользоваться мероприятием, чтобы прийти на психологическую консультацию. Мы здесь занимаемся другими вещами. Мы не обсуждаем частные вопросы частных людей, как справляться. Это к Светлане в другое место, в другое время. У нас сейчас другие критерии этого мероприятия. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы участникам, как обсуждающим проблемы ненависти, а не о своих личных переживаниях. Пожалуйста. Хорошо, я прошу прощения. Тогда вопрос звучит так. Как вы дифференцируете ненависть? Это деструктив или нет? Должна ли она присутствовать в спектре человеческих эмоций? Или сейчас ее можно исключить вообще? Да, быстро должна. Ненависть присутствует по-любому, да, в спектре человеческих переживаний. Она может причинять вред человеку при, ну, скажем так, неправильном, да, вот, обращении с этим переживанием. Все. Есть еще вопросы? Добрый день. Вопрос ко всем спикерам. Меня зовут Георгий Стороженко. Вопрос такой. Что страшнее, равнодушие или ненависть? И почему? Александр. Спасибо. Ну, вы знаете, это танки справа, хобот влево. Это такой вопрос, понимаете? Танки слева, хобот вправо. Все страшно, и равнодушие, и ненависть страшно. Просто я вот, знаете, равнодушие менее, скажем так, более безопасно. То есть оно все-таки имеет способ противозачаточности, некую противозачаточность оно имеет, равнодушие. А ненависть все-таки уже поопаснее, то есть уже поопаснее. Ну вот понимаете... Ну, может быть ненависть просто более яркое проявление, а равнодушие это такая рассеянная в мире ненависть. Да, ну да, да, ну, может такая, быть. Вот такая, вы, я бы, знаете, что хотел вот чуть-чуть подискутировать с Светланой. И как раз мне кажется, что человек как раз должен смотреть в себя, смотря в пространство.
Вот этот человек, как космисты русские говорили, он и стал человеком, когда с четырех конечностей на две поднялся, на звезду посмотрел. Вот излишняя социологизация нашей жизни, вот бесконечные вот эти попытки купаться во взаимодействиях социальных. Вот смотрите, молодые люди, да? Все смотрят телевизор. А зачем вы смотрите его? Я когда про советские газеты говорю, ну, понимаете, ведь в жизни есть искусство, там, какие-то философии, какие-то совсем другие вещи, которые позволяют тебе, ну, если каждый день ходить в музей, там, Пушкинский, да, наш родной, там, и смотреть Рембрандта, ненависть будет пропадать, спокойно. Возникнет как бы ненависть К Боску. Ну, к Боску почему? Тоже там все хорошо. Тоже там до своих чужих. Да, да. А то у нас, понимаете, у вас такие вопросы странные. Вот очень часто, там 10 лет назад, очень было модно там заниматься изобразительным искусством для как бы борьбы с некими комплексами внутренними человеческими. Меня почему-то страшно раздражало всегда это. Да. Я думаю, вот ты сейчас вот возьмешь, и ты сидишь, вот и такие студии там были, и ты как бы там рисуешь, вот ты нарисовал, и все. И ты ушел здоровый, всех любишь, никого ненавидишь, не ревнуешь. Кстати, мне кажется, я когда-то вот в Пушкинском музее рассказывал про Гогена, про его картину «Ревность». Нет, ревность – это недоданная любовь. Ревность – это другое все-таки, совсем другое. Много разных концепций ревности. Я хотел бы переадресовать вопрос, который был задан только что Юрию. Юрий, вот таким образом я сформулирую. Вы в своей работе наверняка сталкивались и с ненавистью со стороны коллег, и, может быть, зрителей, и с равнодушием. Что вас больше ранило? Меня? Да. Ну, равнодушие, конечно. Вообще, кажется, ну, равнодушие – это страшнее всего, конечно. Равнодушие рождает ненависть и все остальные пороки. Равнодушие – это же, ну, как сказать, не абсолютный ноль, но, по крайней мере, какая-то холодность души. И если это врожденное, ой, это прямо одно из явлений, с которым я вот не могу смириться, как, допустим, с врожденной глупостью или с врожденной… Что, кстати, и во мне тоже присутствует отчасти. Вот с какими-то врожденными пороками, которые не исправляются с течением времени, даже если человек старается и пытается это развить в себе или как-то детерминировать. Поэтому равнодушие, если уж говорить откровенно, это, наверное, то, что меня пугает больше всего. Человек, который ненавидит по-настоящему, с ним можно работать, с ним можно дискутировать, оппонировать, с ним можно, по крайней мере, драться. Это тоже интересно, кстати говоря. А вот с равнодушным, мне кажется, даже и водки не выпьешь. Я не знаю, что можно делать с равнодушным человеком, кроме того, чтобы просто посмотреть на него и понять, что если ты не таков, ну, испытать, наверное, какое-то чувство облегчения. А если понять, что в тебе это тоже есть, испугаться и попытаться это в себе как-то исправить. Мне кажется, равнодушие – это самое страшное. Это мне так кажется, на мой взгляд. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы приходим постепенно к концу. И последний вопрос. Но этот вопрос не Светлане. Здравствуйте, меня зовут Настя, Институт христианской психологии. У меня вопрос к деятелям искусства. Как мы сегодня вспомнили Фрейда и центральную идею психоанализа, что любовь и ненависть – это амбивалентные чувства, они не просто сопряжены, но еще и взаимосвязаны. Скажите, пожалуйста, создавая шедевры, вы всегда испытываете любовь или ненависть тоже движет вами, когда вы творите? Спасибо. Почему ты мне даешь первый микрофон? Пусть один из вас будет любовь. Вы понимаете, я могу и так ответить, и так. Но как бы, художник, как сказал мой замечательный коллега, работает с этим. Это то, с чем мы живем и с чем мы работаем. Поэтому в этом смысле художник, он безопасный человек. То есть он не будет сжигать, он храмы не будет сжигать, он с этим работает. Он как бы по-другому действует на мир. Поэтому, конечно,
Иногда это ненависть, а иногда это... А как по-другому? Иногда это любовь, а иногда это ненависть и любовь. Вы знаете, когда ваш молодой человек с вами ругается, вы же все вспоминаете вот эту банальность, что любовь больше похожа на вражду, чем на дружбу. Я думал, что банальность – любовь зла. Не, ну это совсем банальность. Ну, правда. Поэтому и так бывает. Итак, и в этом как бы прелесть нашей деятельности. Слушайте, ну, очень странно отвечать на вопрос, потому что я шедевров не создавал. Но я точно знаю, что все, что я сделал, по крайней мере, я понимаю, да, я просто имею в виду, что не начиная с хохмы, не скажешь серьезного. А все, что я создавал из того, что мне действительно дорого, я создавал на ненависти. Это правда. Я, кстати, об этом достаточно часто признаюсь и не стесняюсь этого, потому что первый посыл, первый двигатель в том, что я делал, это была ненависть. Ненависть к тому, что, причем осознанная, сформулированная, сконденсированная ненависть, когда я понимал, что этот предмет ненавижу, о котором рассказываю, да, но дело в том, что ненависть к ситуации, я не знаю, к обстоятельствам, к теме, но не к людям, к живым, которые в этих обстоятельствах, которых я сталкиваю, да, за которыми я в этом столкновении наблюдаю. Ненависти к персонажам у меня никогда не было. Но у меня была всегда ненависть к тематике, не в смысле того, что она меня раздражала, а в том смысле, что мне очень хотелось сказать о том, что я ненавижу всей душой. С другой стороны, это этап, то есть он прошел, и, честно говоря, даже в каком-то смысле остался на какой-то длительный период в опустошении, потому что я понял, что дальше двигать или нет. И вот здесь надо поискать, потому что ненависть был хорошим, прям таким серьезным мотором. Бензином, какой сейчас самый хороший бензин. Я тоже все создавал с ненавистью. С ненавистью к скуке. Ну, я считаю, прекрасная финальная фраза. Мы поблагодарим всех наших выступающих. Светлана, Юрий, Александр. Прекрасные люди. Спасибо вам. Всего доброго.